Итак, ребятки, на столе у меня мои любимые по звучанию и по удобству наушники Август EP650, как вы только что видели в надписи. И у них прохудилось оголовье. Точнее, как прохудилось? КЗшка полезла, все остальное там в норме. Я решил попробовать поменять эту КЗшку в домашних условиях. Для этого я снимаю элементы на корпусе, которые, спасибо производителю, просто на шурупчиках и защелках. То есть сначала откручиваем два больших шурупчика, потом два меньших, потом отщелкиваем ногтем, проводя по щели по периметру, и кожух снимается. После этого начинаем распускать само оголовье, которое сидит на двухстороннем скотче, раз, и сама КЗшка прикреплена к пластиковой рамочке, спасибо опять же создателю данной модели, это два. Самое сложное будет, как вы не поверите, не скатать клей, как я это сейчас делаю, точнее двухсторонний скотч. Не демонтировать КЗ-шку, что я тоже скоро у вас на глазах буду делать. Самое сложное здесь натянуть, не глядя на поролон, материал и приклеить его к рамочке. К сожалению, на кадры, ну на видео в кадрах вы этого не увидите, потому что я пролопушил этот момент с камерой. Но вот как я снимал сейчас у вас на глазах остатки от КЗ, также я буду и напяливать новый, который вырежу по шаблону, спасибо тому, что КЗ развалилась только по внешней стороне. Внутрянка, ну или подкладка у нее осталась полностью той же формы. Это помогло мне ее скопировать на новый материал, из которого я буду ее замену вырезать. Обвожу ножницами. Ой, обвожу ручкой, вырезаю ножницами. И материал должен быть в меру эластичный, чтобы хотя бы как-то изогнуться. Вот у меня он оказался твердоват, но правда зато износоустойчивость хорошая, потому что он как бы армированный. Но вот здесь под линейкой он уже есть, я уже его загнул. Единственное, конечно, был бы он мягкий, он бы по краям загнулся с уголочками. А здесь у меня уголки остались прямые, без загибов. И в будущем в результате вы увидите, что они немножечко торчат. На скорость, как некоторые говорят, это влиять не будет, но на двухсторонний скотч, когда я это все дело приклею, я пойму, что обратно снимать уже смысла нету, потому что скотч на второй раз будет держать очень плохо. А уголочки у меня из-под железной рамочки все-таки будут торчать. Но зато новенькое, зато удобненькое. Ну и материал у меня оказался все-таки твердоват. Рекомендую вам, если вы будете делать подобную процедуру, брать материальчик помягче. Можно бесподкладочный. И поскольку у меня это все дело было как бы на войлоке, то есть кожезаменитель снаружи, а внутри нечто похожее войлоку, то и приклеить мне этот материал было очень сложно, потому что я контактный клей не использую, потому что у меня есть опыт, что он через полгода отваливается. Я использовал обычный резиновый наподобие момента. И этот клей, кстати, не наподобие, а момент, именно кристалл использовался. Он просто в наглую пытался отклеиться несколько раз, поэтому я приклеил, скажем так, не с первой попытки. Поэтому и жалею, что оно не попало на видео. Ну а так, вырезанная по шаблону КЗ-шка заняла свое штатное место. За исключением, как я уже сказал, загибов на уголках, которые неплохо было бы сделать дополнительно внутрь за ушедшими. И в остальном на голове держится удобно. Цвет стал оригинальный. Теперь эти наушники точно никто не назовет обычными штатными заводскими. И с легкостью можно их отличить от чужих. Всем спасибо, всем пока, это Август EP650, переделка оголовья, ну точнее его мягкой стороны на канале от Латухи. Всем удачи и надеюсь вам также это все понравилось, и удачи, если у вас такой же случай и вам тоже придется это делать. Пока.